Отделение лицензионной расширительной работы по городу Рязани. Вот, проверка торговых центров, документы частных охранников, личная карточка, периодическая проверка. Сотрудники управления Росгвардии проверяют охранников крупных торговых центров. При себе им нужно иметь действительное удостоверение частного охранника, ежегодную проверку и личную карточку охранника. Последнее – это бейдж, который висит у каждого из них на рубашке. На территории Рязанской области, также по городу Рязани, сотрудниками Росгвардии лицензионно-разрешительной работы было составлено у нас по частной охранной деятельности 17 протоколов. В основном были у нас нарушения составлены это за периодическую проверку, которую сотрудники частной охранной организации не проходят ежегодно. У кого-то не было у нас удостоверения. Проверки проводятся с 8 по 21 июля. Проходят в третий раз за год и уже выявлены нарушения. Такие проверки проводятся для того, чтобы не было нарушений, ну и чтобы охранник не терялся также на местах. Нештатная ситуация. После проверки охранников идет разговор с начальником. Обсуждают инструктаж, форму одежды и многое другое. Ежедневный инструктаж, проверка всех документов, наличие документов, проверка формы одежды, как положено, чтобы побрито, пострижено. Ну что же? Да, служебные обязанности обязательно, проверка. Андрей Жарков, начальник охраны, рассказал, что сотрудники начинают работать с 10 утра и заканчивают в 10 вечера. Правда, на смену приходят на час раньше, переодеваются в форму, проходят инструктаж, берут обмундирование и выходят на работу. В конце недели проводится сдача экзамена. Организовывают его менеджеры или администраторы магазина. Охранникам предстоит ответить, как тушить пожар, что делать, если обнаружили подозрительный предмет, описать свои действия, когда заметили похитителя и многое другое. А кроме этого, проверки проводят и сотрудники Росгвардии. Я считаю, что это правильно, потому что первое лицо магазина каждого – это охранник, который видит покупателя. Если охранник хорошо и красиво одет и прекрасно выглядит, значит, покупатель будет знать, что этот магазин действительно чтит и уважает себя. После проверки одного из магазинов сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы отправляются дальше. Им еще предстоит проверить множество сотрудников. Все, знаете, свои обязанности знаете, правильно? Конечно. Инструктируют постоянно знаю, да? Все хорошо. Спасибо, дальше пойдем. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».